Научные, спортивные, общественные и культурные новости Сарова можно смотреть не только дома по телевизору. Новое приложение «Саров-24» позволяет следить за городскими событиями в любой точке мира в прямом эфире у себя в смартфоне. Если вы не дома, если вы не можете, да, по телевизору посмотреть наши новости городские, то всегда есть приложение вот, в таком формате. Значит, идет видеопоток в прямом эфире, то, что показывает на телевизоре, то показывает и это приложение. В современном мире технологии позволяют каждому выбрать удобный формат контента. Все самое интересное о событиях нашего города теперь находится в вашем кармане на расстоянии одного клика в приложении «Саров-24». Если вы хотите быть в курсе всех событий, последних новостей, загружайте наше приложение из Play Market. Приложение называется «Саров-24», так же, как и телеканал. Скачивайте, запускайте, смотрите в прямом эфире наши новости. Приложение доступно для всех пользователей Android бесплатно и без подписок. Все новости нашего канала вы можете смотреть в привычном для вас формате – по телевизору, на YouTube, в социальных сетях или в новом приложении.